Здравствуйте, сейчас я вам покажу бренд Mixtop Англия детский. Здесь все вещи с этикетками. А вот ботиночки, 25 размер, 23, 24, 26, 25, 23 и 25. Мягенькие, удобные, все с прорезиненной подошвой. Детские повязки на голову в упаковках 4 штуки. Носочки 2 пары. 62-68 флисовый. В воде без ножек. Такой флисовый боди. Здесь у нас идет комплект. Штанишки и кофты с рукавом длинные. Это как домашний комплект на 92 рост. Все, домашние комплекты. Вот такой домашний комплект, кофта с длинным рукавом и штаны на мальчика. Рост 92-98. Вот такие штаны. Снизу резиночки. Также идут в упаковке. Комплектик боди, то есть 56 рост, вот такой вот с тигренком. Домашний комплект, футболка с длинным рукавом и штаны 92-98. Флисовый боди 62-68. Вот такой тоненький боди 50-56. Такой вот. 50-56. Кофта с длинным рукавом, домашние штаны 92-98 с картинкой Marvel. Вот такой же комплект 92-98. Три пары носков в коробке. Дальше пошла одежда без индивидуальных упаковок, просто с этикетками. 50-56. На 6-9 месяцев. 98-104 штаны на резинке, снизу у них тоже резиночка. Кайпи 4 лет. Комплект из двух боди. Вот первое. Вот второе. Рост 74-80. Комплект считается за одну единицу. Здесь этикетка отрезана. Рост 98. Носочки. Пола. Это идет 8-9 лет. Вот такое нижнее белье. Вельветовые штаны. Кайпи 3 года. На резинке. Четыре года, шорты домашние. 92-98 сантиметров. 146-152 рост.
КБ рубашка, 12 месяцев. Юбка, 9 месяцев, очень красивая такая буковка здесь. Вот такая юбка, 12 месяцев на резинке. 6-9 месяцев юбочка на резинке. КП брюки на резинке на девочку, 13-14 лет. Низ у них прямой. Вот такие КБ брюки на девочку с завышенной талией. Сзади также вставлена резинка, 10 лет. Низ прямой. Боди-одеялка 110 сантиметров, утепленная. То же самое, только с ручками каби 6-24 месяца. Сзади клепочки есть. Вот так вот это выглядит. Вельветовая юбка на резинке, 18 месяцев. До 9 месяцев плотная водолазка. КБ рубашка 12 месяцев. Юбка на девочку 9 месяцев. Шортики 18 месяцев. Такие на младенца 18 месяцев. Вельветовые шорты 12 месяцев. Кайби водолазка 3 года. На резинке штанишки домашние 6-9 месяцев. 3 месяца. 6-9 месяцев. 9 месяцев. ХБ рубашка 76 сантиметров, длинная рука. Боди 3-6 месяцев. 74-80 на резинке, снизу тоже на резинке. Колготочки. Кайби 3 месяца. Девять месяцев. Мягкая рубашка. 9 месяцев кайби. 18 месяцев. С этикеткой все. Плотная водолазка боди 12 месяцев. На клепках кайби 9 месяцев. Футболка 86-92 сантиметра. Эластичная 2 месяца. 9 месяцев. 6-9. Синтетика. Вот такая красивая бархатистая юбочка. До 9 месяцев на резинке. 9 месяцев. Восемьдесят сантиметров, до 3 месяцев, от 0 до 3, 6-9, 12, 18, 18, 8-9 месяцев. Все. 86-92 сантиметра. 62
ширина 86 сантиметров. Шортики ХБ, так же как и футболочки, все кофточки на резинке на младенца. 9 месяцев. Такая юбка на резинке. 6-9 месяцев. Девять на резинке. Две пары носочков тепленьких, очень мягких. Боди 74-80 сантиметров. До 6 месяцев на резинке. Платье. Вот такой вот комплектик. Леггинсы и юбка. 6-9 месяцев. 6-9. Вот такой комплект платья, один месяц, и к нему штанишки, колготочки на резинке. Комплекты считаются за одну единицу. Штанишки 6-9 месяцев на резинке для более удобной посадки. 6 месяцев и штанишки. До 4 месяцев. 6-9 месяцев. 62 сантиметра, 74-80 сантиметров, 82-92, плотная кофта снизу на резинке с одним карманом до 104 сантиметров. Вот такая юбочка была, 9 месяцев. Шортики на резинке, 4-5 месяцев, штанишки, 86-92, такие 18 месяцев на резинке снизу и сверху, колготочки, 12 месяцев, восемнадцать, точно такая же 18, вот такая 18, кайби 2 года вязаная кофточка, 12 месяцев, 12, 6-9. Так, вот эту я убираю, потому что на ней есть дефекты. Ее не будет, ее мы вычтем. Вот такое вот боди-одеялко на 70 сантиметров. Восемнадцать месяцев. 12, 9, 62, 86, 12, 86, на резинке 9. Платье с шапочкой комплект, 1 год. Вот такая вот, 1 месяц. И снизу колготочки. Один месяц, 9.
18. Восемь, девять. Шесть. Восемь, девять. 104 сантиметра. Боди 62. Девять. 62-68 кофточка. Кристалликами красивая очень. Плисовая 74-78. Снизу такая же подкладка. На резинке очень мягкий. Вязаный комплект. Тайби 12 месяцев с колготочками. 86-92. До 3 месяцев комплект вот с такими штанишками. Спасибо за просмотр. Вся подробная информация будет в описании.